Да, я думаю, мы сегодня добьем. Здравствуйте. Да, он самый. Сегодня будут ревилы и неожиданные откровения. Да. Не, я знаю Дороро, я слышал про Дороро. Но да, я его не знаю, про что оно. То есть то, что там про расчлененного чувака, я вообще не в курсах был. Так, я знаю, что недавно было новое, типа Дороро ремейк или что-то там, типа того. Так, что у нас последнее было? Breaking Point, да? Нет, или Feet of Clay, блять. Breaking Point сейчас будет. С Feet of Clay это мы дрались с этим. Так. Не, я знаю, что там промочил его с демонами. Ну вот, вот это для меня, конечно, неожиданностью было, что это, ну, что там вот так вот. Так, Feet of Clay последнее было, да? Мы подрались с Деусом, нагнули его. Да, теперь Breaking Point. Источник всех гом. Влитра. Воля планеты. Отбрасывая большую тень по всей планете, она более ужасающая и монструозна, чем 12 тысяч лет назад. Чтобы спасти этот мир, Ашура должен преодолеть волю самой матери Гаи. Ну что ж, погнали. Звучит очень интересно. Так. Вообще, да, на PlayStation 2 очень много игр, которые я бы с удовольствием когда-нибудь прошел бы. Как это Брамастра называлась штука, да? А Sonic Hero, рано или поздно я его пройду. Рано или поздно надо пройти все-таки по всем Соникам, которые у меня не пройдены. Просто у меня даже она может быть замечательная игра. Но у меня просто к ней такая неприязнь, на самом деле. У меня к Sonic 2006 нету такой неприязни, как к Sonic Hero. Wait, what? Excuse me. Шо? Почему сейчас был тайтл скрин, я не понял. Потому что он очень сильный. Скажем так, для меня просто Sonic Heroes — это игра, в которую не весело играть. А если в Соника не весело играть, то не. Он в такую тоску превращается. Ой, я промахнулся? Как? Я лучше в Shadow the Hedgehog буду играть, чем в Sonic Heroes. Да нет, даже тот же Sonic 2006
объективно это плохая игра, но в ней что-то такое есть цепляющее. Из-за чего иногда даже не против переиграть ее. И такого совершенно нет в Sonic Heroes. Вообще нет. О боже мой. Охуенно. Да. Да, сейчас очень на битву с Биолизардом похоже. Эй, что такое? Я нажал, что за говно? Не нажал, прокрутил. Sonic always was always good. О, Яша пришел на помощь. Конечно, масштаб прям. Дартил, привет. А это Kingdom Hearts 2. Финальный босс-файт с Демносом. А это Kingdom Hearts 3? Кстати, насчет смерти Shadow. Shadow не должен был возвращаться. Sonic Adventure 2 это должна была быть его единственная игра. То есть то, что он умирал, эта сцена, там не должно было быть никакого продолжения. Но персонаж был настолько популярен, что... Настолько стал популярен, что они решили его в Sonic Heroes вернуть. Это... Зачем ты защитил с собой Яшу, Вася? Сасуга о сайкё но гоумака.
Надо же просто стрейфиться. Бля, надо же в Sonic Frontiers вернуться, посмотреть новое дополнение, а не дополнение, а апдейт. А, и сегодня утек этот слух, ну не утек, а походу кто-то раньше времени запостил, и то, что я услышал про Sonic Origins Plus, я просто невероятно счастлив. Это Sonic Origins, который должен был быть с самого начала. Хороший вопрос, сколько надо доплатить будет. И планшет перестал у меня почему-то чат показывать. А. О, господи, да. Мантра Ашура. Давайте сквозь луч. Сурман, привет. Главного бога убили. И сразу вылезло вот это говно из планеты. То, что, собственно, хотел. Силу, которую собирал главный бог, она была, чтобы уничтожить вот эту штуку. Потому что он ее боялся. Не, та мертва, это его дочь. Вот эта, которая сейчас.
Это ядро всех гом? Какая руки, конечно, у Ашера здесь. Ей, еще один девятихвостый. Красота, конечно. Да-да-да, не Наруто онлайн, а Наруто файтингов вот этих, а арена файтингов. Это Киберконнект. Тут некоторые вещи прям Наруто цитируют невероятно сильно. А, он вокруг себя целиком пускает. Вау, это будет... Это будет тяжко. А может быть и нет. Успею добежать? Не успею. Ух, ебать. Упс, не та кнопка. Да, я, кажется, помру.
Да, я мертв. Ой, он меня задел? Серьезно? Wait, и сейчас он меня задел, что? Да, это будет печально. Слишком далеко падает, я не могу флоп сделать никакой. Опять слишком далеко. О боже мой, из-за того, что я в воздухе был, промпт не сработал. Отлично. Да вставай, какого хуя? О боже мой, серьезно? Это был сейчас булшит. Вот сейчас был, вот этот босс-файт сейчас был булшит. Куча раз не срабатывало то, что должно было сработать. Вот это у меня сейчас не сработало ни разу, блядь.
Какого хуя? О, боже мой, что происходит? Да, это можно рестарт сразу делать, конечно, потому что я сейчас все простал. Нельзя рестарт даже делать. Я отошел в сторону. Я увернулся от этой хуйни. Какого хуя? Вблизи нельзя от нее убежать, что ли? Это что за бред? Мне этот босс-файт не нравится. Он работает по странным. По странной логике. О, господи. Кажется, они победили.
И опять Sonic Unleashed начался. Ёбаный в рот. Чё это я аж помер-то? Это просто очень сильные порывы из той дыры. Как хорошо, что все хорошо кончается, а? Я говорю, этой игре нужен ремастер. Прям очень нужен. Мы никого не забыли? Я вчера так сильно ногу отбил. У меня до сих пор, я смотрю, блин. Я не знаю, как это произошло, как я столько кожи содрал с ноги. Ай, блин. Так вот, возвращаясь на секунду к Sonic Origins. Очень интересно, как, если это правда про играбельную классическую Эми, очень интересно, как это сделают. Потому что Эми никогда в классике не была играбельной. То есть это надо новые механики придумывать с нуля. Это будет классно. То есть, скорее всего, она будет играться по типу, наверное, как в Sonic Advance. Вот что надо. Надо Адвансы пройти, конечно, на стриме. И Rush. И Sonic Rush. А мне... Мне нравится... Да, это хорошая идея, мне очень нравится. Ей бы скорость побольше. Ей вот чисто в адвенчере мне не хватает ей скорости. Чуть больше скорость разгона и чуть больше скорость, когда она уже разогнана в состоянии. И да, и очень обидно, что у нее мало уровней, на самом деле, в первом адвенчере. Она играбельна в Sonic 2006, но... там... О, господи, в Sonic 2006 ужасное имя. Ей придумали... Ей придумали механику со стелсом и... Ой, зачем? Стоп, 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 стоп. Там анонс... Там анонс трейлер! Sonic Origins Plus. Не-не-не-не-не-не-не. Я видел только на уровне слухов. О боже мой, о боже мой, серьезно! О-о-о!
Эмми играбельна в Sonic 1, 2, Sonic 3, Knuckles, Sonic CD, Knuckles играбельный в Sonic CD. О боже мой, все, что их просили об этом. 12 Game Gear тайтлов, ну на. Sonic Drift 2, Sonic & Tails 2. Sonic & Tails 2. Fuck this game. Если это про та, про которую я думаю. Tails Adventure. О боже мой, о боже мой. Мы сейчас трейлер посмотрим. Так. И для этого что надо? Захват экрана сделал, да? Погодите, а YouTube на PlayStation 3 еще работает? Десять бачей апгрейд. Кстати, а смогу я проапгрейдить игру, если... Она в Steam у меня есть, но... Блять, не смогу, наверное, да? Ну что ж, придется покупать физическое издание. У меня, в принципе, Sonic Mania. Sonic Mania я купил на Switch'е, на ПК, на PlayStation 4. На PlayStation 4 я приобрел коллекционное издание, и потом я приобрел еще физическое издание. Потому что в коллекционном издании не было физического издания. Слушайте, как они, интересно, подогнали. Вчера вышел DLC для Sonic Frontiers бесплатно. Сегодня анонс нового Sonic Origin Plus. Но вообще они поспешили. Им надо было, на самом деле, вот в таком состоянии Sonic Origins выпускать с самого начала. Погодите, а Sonic Spinball нету, получается, да? Ха. Нету Sonic Spinball и нету Sonic 3D Blast. Спасибо, Capcom. Часть 3 карма. Конец. Конец ли это на самом деле? 18 эпизод Breaking Point. Да, я здесь... Я сосал здесь, извиняюсь. Ой, джойстик даже отключился. Упс. Иллюстратор ешь... Так, Киношита. Здравствуй, прошло какое-то время. Помнишь меня? Давно не виделись. Похоже, ты преодолел в литру. Полагаю, я должен тебя поздравить. Время наконец-то пришло. Мне, я буду этим наслаждаться. Как грубо. Я только... грубо с моей стороны. Я сам с собой разговаривал. Притворись, что я ничего не говорил. А в любом случае, много работы нужно сделать в Нараке, так что я отправляюсь по своему пути. Та-та. Опс.
Блять, я не знаю, выходите. Не-не-не, это еще не все. Это был Breaking Point. Дальше называется True эпизод 18. Надеюсь, вам понравился предыдущий эпизод. Можно сбросить катсцены, нет? Нельзя, да? Мне кажется, ли здесь диалогов меньше стало? Может быть, это, конечно, эпизод Абридж будет? Я надеюсь, что это Абридж. Да? Жаль, жаль. Ну что ж, значит, мы это посмотрим все еще раз. Слушайте, а если я покупал Sonic Origins, самое крутое издание, мне все равно Бибу, да? Да, ничем не отличается, конечно.
Не, ну я найду способ заплатить Сеге. Хочет она того или нет. Конечно, на самом деле это довольно мерзко сделано. То есть миссия ничем не отличается. Опять это лицо. Работает, я же говорю, работает. Большая Биба, маленький Даркнесс. Маленький Даркнесс. О, большой Даркнесс, маленькая Биба. Power overwhelming. Отец, ей. Это значит мне этот босс-файт еще раз перепроходить. Ох, вот это самая печаль на самом деле. В ее в таком положении держали, что она, наверное, не росла просто. Это прям как бесконечную восьмерку смотреть. Только если в бесконечной восьмерке еще бы ничего не отличалось.
Ну, чуть быстрее получается. Блин, Наклз в CD-уровнях, это будет охеренно. Великий трек. Is it over? Чё ж здесь нельзя катсцены-то скидывать, блять? А, можно, извините. Щеник. Населек. Извините, населек можно сбрасывать катсцену. Не, ну главное, мы вовремя обнаружили, да? О боже мой, это так тупо. Блять, я ненавижу этот босс-файт. Он, сука, не работает. Thank you.
Не, как зрелище, это, конечно, очень хорошо выглядит. Ей, победа! Я буду скипать. Ну, на этом моменте можно и продолжить. Ух! Да-да-да, не, вот с этого момента продолжаем дальше. Все хорошо, что хорошо кончается еще раз. Вот и новый контент пошел. Ей! Я же говорил, мы про кого-то забыли. Йокузо катте курета ва, ано буритора ни. Макете шинаре демо суреба, варе ва даре ни фукушу суреба юи. Оре га! Ямеро! Ямеру ваке га най! Деус сама ва, варе но субете датта. Деус сама са иреба. どうでもよかった。でも、もうあの方はいない。未来永劫、会うことはできない。То есть все-таки липсинг здесь реально под японскую, ой, под английскую, да, речь? じゃない。こんな最適な器を壊されてはたまらないよ。お、ボジモイ。お、ボジモイ。Весел, серьезно, у нас сейчас Kingdom Hearts Burst by Sleep пойдет. 貴様は。台湾成就セリー。О, нет. Ольгу, кстати, очень быстро слили. Ей! Боги над богами.
Здравствуй, Сара. Жопу твою быстро слили. Сара, будешь брать Sonic Origins Plus? Слушайте, этот уровень гораздо быстрее прошел в этот раз. Иллюстратор Йошитака Киношита. Ты молодец, что зашел так далеко. Кто я? Я истинный бог. Embodiment — это у нас... Embodiment. Олицетворение, да, наверное? Олицетворение колеса жизни. Ткач всей мантры. Я держу все в своей ладони. Я одарил силой вас силой мантры, да? И выпустил Гому в этот мир, чтобы испытать вас. И вы доказались достойными в том, чтобы преодолеть такие испытания. Поэтому вы и здесь. Неожиданный поворот. А, можете идти теперь назад к колесу жизни. Вы превзошли мои ожидания и достойны моей похвалы. Хотите оставаться в этом мире? Вы больше здесь не нужны. Но если настаиваете... Правда не раскрывает себя совсем. Но злость Ашеры все еще остается. Его квест по утолению этой ярости продолжается. Но это история для другого времени. Это история... История для DLC. Wait. Excuse me, not the fuck. История, разница, что истинный бог появился и сказал, чуваки, сосать. Стоп, а где DLC-то, я не понял. У меня оно не скачано, что ли? Сейчас, один момент. Да, кстати, узрите этот настоящий PlayStation Home. Ой, PlayStation Home, PlayStation Store. Как так? Нет, стоп. Что за хуйня сейчас происходит? Что произошло? Какого хуя у меня нет DLC? Почему его нет в магазине DLC? Сейчас, стоп. Тут что-то не так. Мы сейчас идем в PlayStation Store и будем жаловаться. А. What? Что происходит?
Всем PlayStation 3 хороша, кроме магазина. Это тормозное создание. Причем вот этот обновленный PlayStation Store, обновленный, это третья его форма, по-моему, она из всех предыдущих, она самая тормозная. То есть, как она работает, это просто что-то с чем-то. Сногсшибательные действия и лихие бои облекают экшен в совершенно новую форму. Чтобы выжить перед лицом непреодолимых напастей, Асура вынужден призвать всю свою ярость, сметая с пути врагов на обретенной силой. Приготовься к новаторской игре экшену, не похожей ни на что виданное вами. Ни одной оценки у этой игры. Как так? Вот! Почему? Она у меня есть! Она у меня куплена! Какого хуя? Прошу прощения, конечно. Да, и еще раз, это часть 4. То есть в DLC закрыта четверть игры. Так, и сколько она будет качаться? Угу, ясненько. Не, ну, погодите, это же PlayStation 3 после патчей. До патчей сворачивать нельзя было. Но, я не знаю, можно ли, если смотришь YouTube, будет ли качать в это время игру. Поэтому мы, наверное, захват экрана тогда сделаем, да? О боже мой, о боже мой, можешь выйти просто из отсюда? Это, как он тяжко работает. Так, что у нас? Качается. О, да. Это будет долго. Так. Окей, давайте мы сейчас... Захват экрана. Так, захват экрана. Как сделать захват экрана? Это захват экрана. Сейчас идет захват экрана? Идет, да? Так. Блять, стоп. Я идиот. Я не в всех наушниках сижу. Вот теперь все равно как надо. We'll be right back.
Ей! Да, отлично. О боже мой, да. И у него молот есть. Они сейчас всерьез показали Sonic Chaos? Физическое издание, я покупаю себе физическое издание, это 100%. С артбуком, конечно. Так, Sonic, Sonic 2, Sonic 3 Knuckles, Sonic CD, widescreen, плюс new playable characters, Sonic Game Gear Time, Sonic Challenge. Так, мы классик. Classic Music! Погоди, стоп. Назад. Что значит Classic Music? Classic Music Pack. Что значит Classic Music Pack? Что значит Classic Music Pack? Это значит, они договорились с представителями Майкла Джексона? Так. Так, что у нас здесь есть? Tales. Это Tales Sky Patrol или что это? Tales Adventures. Sonic... О, вот Fuck This Game, вот это вот. Так, Sonic Triple Trouble, отлично. Sonic Spinball, это геймгировский Sonic Spinball. Первый Sonic 8-битный, очень классный. Вот это коту нравится такое. Sonic Blast, Sonic Drift 2, Sonic Drift, Sonic Labyrinth сраный и Sonic сраный Хаос. Уф. Да, интересная коллекция, конечно, очень. Так, ну что же, возвращаемся к Ашере. Я не знаю, что такое Classic Collection. Так. Так. Ну что ж, давайте Акуму тогда пройдем, что ли. Заодно проверим в игре, идет закачка или нет. Да, я согласен. Это очень странно, что их не добавили. О. Но все равно это довольно круто. Самое интересное, это, конечно, играбельная Эми. Очень интересно, как она играться будет. То есть, я, естественно, пройду все 4 части снова, но теперь за Эми. А это значит, что новые спрайты для Наклса будут? Потому что у него будут уровни в Sonic CD, для этого нужно новые спрайты нарисовать. И 3D-спрайты у Эми будут. Это охуенно, на самом деле, если так подумать. Сейчас проверим, идет закачка так или нет. Нет. Что делать? Блять, что за тупость? Почему закачка не идет, когда я в синглплеер игру играю? Так.
Ну, это ждать минут 5, да? 10, 5-10. Можно забить, конечно, и в следующий раз тогда я скачаю все. Но тут, наверное, еще стрима на 2 получается, потому что там целая полноценная часть. Четверть игры еще. Плюс один, одно DLC с Акумой. Сколько сейчас время? 20-24? Тут-то нет ничего такого, что можно было бы включить ненадолго. Или есть. Вот этот Sonic делиснут из PlayStation Store и из Steam. А вот этот Sonic никому не нравится. Так. Это поразительно. Это да. Sonic CD есть, да, но он делиснут. То есть его купить. Он в 2011 было переиздание. Оно выходило. Так. Yep. На самом деле довольно мерзотненько. Так делать некрасиво. Sega. Только не говорите, что в Сонике тоже загрузка остановится. Нет, загрузка идет. Побегаем пока в Соника, пока не скачается Ашер. Ип. Охереть. Я мало играл в эту версию. Смотрите, у меня всего здесь немножко есть. Эй. Ну, я не виноват, что игра плохо скачивается. И к тому же мы сейчас выбрали объективно не лучшего Соника. Чтобы всем было плохо, и вам, и мне. Когда эта игра вышла, ее и сейчас очень сильно не любят, но на старте ее просто ненавидели. Но проблема одна. Это игра для мобилочек, которую выпустили под названием Sonic 4. Это было глупо. Если бы она вышла как Sonic Mobile или что-нибудь типа того, вообще никаких бы вопросов не было бы. Вот, пожалуйста. Это физика в этой игре. И Air Dash. То есть, это неплохая игра. Это просто не Sonic 4.
Эй. Я был уверен, что у меня больше жизни в этой игре, на самом деле. Может быть, я сохранянку стер? Зато здесь в каждом акте своя тема играет. Что тут у нас Ашера? Ашера качается. И в каждом акте они попытались свой какой-то гиммик новый засунуть. А еще эта игра для айфона утекла в сеть, по-моему, за месяц до выхода. И отзывы были такими плохими, что они переделали два уровня из этой игры. Музыка, по-моему, довольно неплохая. Бля, я что-то так удивлен с DLC на самом деле. Вообще такой подставы не ожидал. Ай. 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 Сколько там, 47% было до этого уровня, да? Пятьдесят один. Охуенная физика, конечно. Вообще, когда игра вышла только, я, в принципе, получил даже удовольствие, когда ее проходил. Она не настолько плоха, как все-таки про нее говорят. Но после Sonic Mania в нее очень тяжело играть. Живые ракеты? Какие живые ракеты? А, ну, так это классические Sonic-враги. Очень большая проблема этой игры — это реюз, огромный реюз локаций из классических Sonic-ов. Причем только из первых двух.
TeamRoot93, спасибо за фоллоу большое. Добро пожаловать. Как видите, мы играем в Ashura Wrath. Очень замечательная игра от Capcom. С запоминающимися персонажами, с богическим экшеном. Незабываемой музыкой. 54%. О боже мой. И он самый. Тут, я думаю, Яша скоростной мужичок. Реймус, привет. Ашура нас немножко подвел. Как оказалось, там надо качать отдельно еще одну DLC. Кто бы мог подумать? Это, блин. То есть в самой игре ты можешь зайти в меню DLC и скачать 4 DLC, но можешь зайти в PlayStation Store и скачать еще одно DLC. Ладно, я не могу в него долго играть. Давайте поиграем в другого Соника. То есть, к чему нельзя сделать все DLC сразу? Ничего себе, Реймус, ты сходу вывалил Бибу. Зачем? Я просто подумал, зачем играть в копии уровней Sonic 2, если можно просто запустить Sonic 2? Ладно, это плохая версия Sonic 2, но все равно. В ней не работает, сука, закачка. Как? Почему? Почему? Да, Marvel vs. Capcom 2. Нет, я просто путаюсь, честно говоря, где она находится. Так. DLC качается. Оно качается, просто оно качается очень медленно. Я думал пока что-нибудь включить из видеоигр другое, но все, что я включаю, оно практически сразу выключает этот. Как он называется-то, господи? Короче, оно выключает загрузку. Супер Рабодап. Давайте проверим Супер Рабодап. Сейчас, где он? Супер Рабодап. Не дай бог, он тоже. А, нет, это моя очень-очень старенькая PS3. Она года... сейчас скажу. Я купил свою первую PS3 в 2006. А эта слимка, она как только слимки начали продаваться, она у меня появилась. Не, первую свою PlayStation 3 я брал в кредит. Так.
каком, в 2006 или 2007 у нас появились PlayStation? Ну, для меня тогда это... Я только устроился на работу. А, если RU релиз, значит, в 2007 я брал. Свою первую зарплату я потратил на... Стоп. 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 Только не говорите, что у Супер Рабода были... А, окей. У него не было DLC. Но была ссылочка на магазин. Так, стоп. А можно русский включить? Закачка идет. Закачка идет. Бля, это, конечно, ох, как медленно работает здесь все. Так медленно, ужас. Да, 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 без русика мы не играем. Займите одно из первых 500 мест в таблице общих рекордов. Что? Зовите все золотые медали. Все серебряные, все бронзовые. Хотите сказать, у нас... У нас не все золотые медали, что ли, есть? Поплыли уточки! Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Мне кажется, мы просрали золотую медаль. Абсолютно для этого создавали Six Axis. И это эксклюзив. Блять, серебряная медаль, сука. Рейтинг в интернете? Стоп, что? Стоп. Стоп, у этой игры работает онлайн функционал? И в этот месяц в нее кто-то играет? Ректастика. Сука. Ай. Я что-то сейчас, по-моему, вообще налажал, да? Покрясающе. Все плохо, да?
Блин, когда Шура скачается, а? Я уже с ума схожу, мне кажется. 9%, понятно. О, приз! Сара, ты что-то, походу, совсем отстал от жизни. Какой тебе это Angry Birds? Это одна из причин купить PlayStation 3. А. А ведь здесь серебряная медаль, они издеваются надо мной. Так, рекорд. Слушайте, это реально люди сейчас играют, да, в нее? Потрясающе. Это вообще законно сейчас было? Знаете, пока я играл в Ашуру, было 5 зрителей. Я начал играть во все подряд. Замечательные игры с древности. И стало 9 зрителей. Да. Окей. Сара, ты сегодня во сколько садишься? В 9 или в 10? Окей. Ну, Ашуру мы все равно уже сегодня пройти не успеем, но хотя бы часть пройдем. Я думаю, мы... Так, что еще может не тормозить, не тупить? Эти все игры, походу, будут тупить. Дайтона? Impossible Game — это замечательная штука. Это PlayStation Minis. Это такая штука, которую можно было играть на PlayStation 3 и на PSP. По-моему, у неё... Чё? По-моему, у неё сиквелы были. Погодите, это сейчас законная надпись была? Чё? Как она может экспайрнуть? Я же ее купил.
Окей. Контру? Контру я бы с тобой прошел бы вообще, если бы была возможность. Дейтона. Одному в нее, я подозреваю, не так весело будет играть, как если с кем-то. Так. Челлендж в Дейтоне. Дойти. Прийти не последним. Да, закачка идет, отлично. Ой. Мне кажется, никто не играет в эту игру. Я опять забыл, как играть. Я забыл управление. Так. Акселератор. Брейк. Спешл? Да, Ходжи, привет, именно так. Так, у нас аркадный режим, то есть, по идее... Эй, смотрите, там Соник. То есть, нам, по идее, не надо заезжать на пит-стоп, да? Блин, вот где сейчас Дейтона? Где сейчас гоночные игры от Сеги, а? Какого хера? Не, ну, Sega же планирует там выпускать всякую хрень, связанную со старыми играми. Мы сегодня будем смотреть вообще презентацию новой игры от Sega. Ну, не презент... Ну, да, типа геймплей, геймплей показ. Час ночи. Слушайте, мне кажется, я хуёво еду. Блять, 90% осталось. Не, ну Дейтона для своего времени была прорывной игрой.
Кстати, я ненавижу скорость закачки на PlayStation 3. Ненавижу. Так. Ну, эту игру рано или поздно пройдем полностью, конечно. В идеале, конечно, ее в коопе, но я так понимаю, это больше невозможно. Потому что ни у кого нет PlayStation 3 с этой игрой. Когда-то Konami делала видеоигры. Ну ладно, она давала другим, чтобы они делали по ее лицензии видеоигры. Что происходит? Так, сейчас. Идет закачка-то здесь. Идет, отлично. Миссия accomplished. Голос знакомый был. Hardcore Uprising. Hardcorps Uprising. А это DLC-чары? Я думал, они открываются дальше по сюжету. Может быть, ты просто не разбираешься нихуя? Ой, какая музыка интересная играет. Бля, она выглядит, конечно, замечательно для своего времени. Ой, я думал оно... А, ну ладно.
Ладно, я обосрался сейчас. А тут дэша нет, как в Харковс. Ладно, это самый странный дэш, что я видел в видеоиграх, я так скажу. Ее делали... Не, в Steam ее нет, она на консолях только была. Ее делали Arc System Works, но... А я не знаю, Shantae же не они делали, нет. Shantae делали WayForward и River City Girls. Тот WayForward делали, по-моему, Contra Rebirth, если я не ошибаюсь. Я взял. О, жизнь прокачал. Классические места. Слушайте, это прям цитата из этого, из контры старой. Можно это взорвать, нет? Это... Уебать. Ой, я чё... Что? Что произошло? А, это зыбучие пески! О боже мой, о боже мой, скачала Сашера. Я уже не хочу вообще... Боюсь, не знаю. Ой. Опс. 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 Yeah.
Я, короче, все жизни взял и просрал, да? Стоп, а в воздухе я могу дышиться? Бля, я идиот! Ух, у меня дэш был в воздухе. Рано или поздно будем, конечно, добивать. А, понятно. Ну чё? Я не знал, что это оружие прожектайла может уничтожить. Ай! Ну что ж, теперь мы точно в Ашур возвращаемся. Не, кстати, надо в нее реально поиграть, попробовать. Довольно прикольненько. Ну то, что персонажи были DLC-шные... Так, окей, я сейчас через секунду подойду.
какое-то издевательство, она еще не скачалась. Да, время, конечно, было интересно в то время. Раздают Early Access к Half-Life 2, эпизод 2, VR. Любопытненько. Что такое Sludge Life? Зато я нашел свой пароль от Мастодонта, от Таски. Я не заходил туда 2 года. Ничего не изменилось вообще. Это что, это вообще такое? Метроидвания или что? Вот самое обидное, что... О, боже мой, установка закончилась. Самое обидное, что я проверил до того, как эту игру вообще подготовил для стрима, я зашел в ее онлайн-магазин этой игры. Я скачал все DLC. И, как оказалось, этого было недостаточно. Вот это, конечно, PlayStation 3 надо проверить. Надо скачать все обновления для игры. Надо проверить, устанавливается ли она на жесткий диск. Надо скачать все DLC. На PlayStation 5 же вроде тоже нельзя просто вставить диск и играешь, да? Игра должна заинсталиться сначала. Ну что ж, мы продолжаем наконец-то дальше. Новый эпизод available. Есть! Есть! Наконец-то! Эпизод 4. Нирвана. То есть, вот это мы прошли. Да, настоящий эпизод 18 мы получили. Конечно, я все игры, что на PS5 есть, у меня почти все на это. Но вот Sonic Frontiers у меня на диске. Так, это был не конец. А, есть еще враг, оставшийся, которого надо победить. Но кто? Теперь, когда Деус побежден и Влитра уничтожена, кто остается, кто угрожает еще миру? Кто остается угрозой миру? А, Ашура и Яша готовятся встретиться с мастермайндом, стоящим позади всего. В общем, да, это истинный бог, который наслал на человечество Влитру, чтобы
и одарил их мантрой, чтобы посмотреть, преодолеют ли они эти испытания или нет. Нет, нет, нет. Бог, а не импостер. А, мы победили в Литру. А, то есть, да, уничтожили того гигантского зверя полностью. Но, как оказалось, мы перешли на территорию Kingdom Hearts. В плане, почему зря? А, нет, мы не могли бы начать эту главу, не пройдя предыдущую. Это же чисто по... идут. Одна за другой. А можно как-то в настройках, интересно, отключить, чтобы геймпад сам не отключался? По прошествию 50 минут. Часть четвертая. Нирвана. То есть это как демон, который в Бакана дал всем эликсир бессмертия? И это Kingdom Hearts Birth by Sleep. Чакравартин. Ты все это время был пауком. Все согласно Кейкаку.
こいつが全ての Мне кажется, он злится. Чувак, у тебя есть какие-нибудь что-нибудь другое? А, кажется, окей. Успеют убежать? Да не так уж он и силен. Мне кажется, нормально с ним справляемся. Да, это интересный босс. На вид. Ой, он любит эту атаку, да? Ну, меня это устраивает, в принципе. Это значит, что я могу задамажить его нормально. Руки. Да, давай. Ха-ха-ха-ха.
Бог не ожидал это. Эй, лаборатор, да, мистер Краби, привет. Я в чат очень быстро смотрю так. Здравствуйте, лаборатор. А где Яша? Вторая фаза началась, да? Так. А, нет, это же на PS3 тут нет таких. Я бы с радостью что-нибудь сделал, да, но тут, к сожалению, ничего нельзя поделать. Ай. Нет, я что-то не то сделаю. Нет, я все делал правильно. Опс. Виноват. Спасибо, Яша, блядь. Wait, what? Это будет долго. Thank you.
Так, я надеюсь, я не слишком... Эксенмайн, привет. Ох, я зря это сделал, пиздец. Урон мы потихонечку наносим. Пусть очень потихонечку, но наносим. Опс, поспешил, но он. Come at me, bro. Ой, опять он в этот, в... Да, в форму в эту вошел. Как это 12 FPS не круто? Я бы шпрот тоже не отказался. Килька в томате. Во, вот это вообще тема.
Но от сала я бы тоже не отказался. Не, красиво, конечно. Да-да-да, бедная земля. Сколько можно-то? Так, что, мы, наверное, еще одну главу пройдем, да? Блять, дольше качали. Да, ну босс файт был что-то такой тяжкий немножко. Иллюстратор Юски Токицу. Так, подсознание Митры. Гома? Но почему Влитра была побеждена? Действительно, источник Гом был побежден. И они больше не должны появляться. Но в конце концов, это все лишь мои манипуляции ярости про планету, мое создание. Если я выберу... если я решу так, я могу... породить столько гом, сколько пожелаю. Вот и все. Это прям как Вентус Kingdom Hearts Birth by Sleep. И зачем тебе такое делать? Чтобы найти своего наследника? Да? Или что? Эйр, это кто? Того, кто поведет этот мир in my stead. Достойный, что ли, того, чтобы ввести мир под моим воздействием, под моим руководством? Почему он просто не оставит нас в покое? Мы наконец-то нашли мир. Ваш мир всего лишь ускользающий момент в вечном потоке жизни. Тот, кто может вести... О боже мой, это мастер мастеров! А Деус это был Зианорд. Так, должен быть избран тот, кто поведет вас по правильному пути. О, боже мой. Если это ускользающий момент, почему бы не оставить нас, чтобы мы им насладились? Ну, не насладились, а это. Мохам, привет. А, тут четверть игры закрыта за DLC. А, то есть, ты проходишь игру, потом секретная концовка, которая говорит, а на самом деле за этим стоит еще кто-то более крутой. Это моя судьба, как того, кто обладает силой, властью. Силы, да. В таком случае твоя сила не нужна. Не нужна, говоришь? Твоя дорогая мантра, рожденная из молитв и душ, была дарована никем иным, как мной. Если колесо жизни, которое я контролирую, будет потеряно, так же и мантра, что ты думаешь тогда произойдет с твоим видом? Ваш вид станет всего лишь простыми смертными. И это еще не все. Твой отец, чья жизненная сила полностью зависит от силы его мантры ярости, прекратит существовать. Нани? Отдыхай. В следующий раз, когда ты пробудишься, ты будешь рядом с своим отцом, кто займет мое место как бога вашего мира. А FF12, пока что я к ней вернусь в субботу, скорее всего. Будем ходить выполнять там охотные квесты. А потом мы пойдем, нам там надо идти на запад. Нам надо доказать... нам нужен камень, который докажет, что Эш — это королевский кровей. Да, о, не, FF12 мне очень нравится. Асра の肉体は粉砕された。いや、
Мотоюри Асрана и Карива, Сономино Генкайо Куэтейтанова. Яшава Хашир. Соредемонао. Асрао Йобисамас Тамени. О, я не помню, куда там мы пойдем дальше. Я знаю, что мы идем назад там. Ну, FF12 такая игра, которую надо, хочется подольше поиграть. То есть там надо большие стримы устраивать. Ну и там много скопилось. У нас лицензии 3 надо выполнить, по-моему. Охот. Ключ к победе. Я думаю, завтра уж точно добьем Ашеру. Это да, все квесты я там точно закрывать не буду. Но хочется, пока это не напряжно, то... Пока это не напряжно, то продолжать какие-нибудь выполнять сайды. Ой, блин. Мы сейчас пройдем эту миссию, посмотрим по временчике. Если останется на Акуму, вряд ли останется на Акуму. И потом я пойду спать. Часа на два. А потом в час Future Game Show. Яша, что с тобой? Ты заболел? Это истинный бог появился. Чакравартин его, по-моему, зовут. Что это взорвалось сейчас?
какой же Яша крутой, а? Только не говорите, что опять сейчас Ашура обозлится. А, нет. О, нет, нет, только не черепаха, пожалуйста, нет. Хватит драк с черепахами. Нет. Ну, у него тут было, он терял над собой контроль, потому что он становился очень злым. Он типа в берсерк мод входил. Я думал, сейчас вдруг это опять произойдет, но нет. Блять, ну сколько можно? Я ненавижу сраных черепах в этой игре. Ну, это хотя бы атаки чуть отличаются от предыдущих черепах. Лбом черепаху. Нет. Ну так тоже неплохо.
Нинда, привет. Вакимаэзу, каэримидзу. Дага маёй наку икиру кисама ва ано оогасу десура митомете ита. Дага кисама но карада ва оноре но икари ни сура таэрарену морои уцуа да. Что же с этим делать, Яша? Нараба, насбеки кото ва тада хитоцу. Только давайте больше без черепах и без слонов. Брамастра здесь упала. Я не понял этого. Блин, тема Яши очень классна. А, не, я спать пойду. Потому что в час мы смотрим Future Game Show, иначе я тогда не проснусь на работе. Вернее, на работе я усну просто за... Погодите, Яша, это меланхолия была? Я проглядел, кто была Ольга, блин. О, но! О, но! То есть теперь у него мантра не только ярости, но всех семерых божеств, да? Пингвайз, добрый вечер. Я, честно говоря, не знаю, я уверен, что есть. Ходжи, Гайвер, ты не видел Гайвера? Гайвер охеренная штука. Мы смотрели на стриме аниме Гайвер, и мы смотрели два фильма Гайвер. Первый фильм Гаймер очень замечательный был. Второй... Второй был окейный. Но и аниме было очень крутое. На Сеге мы играли, да? Я, честно говоря, не помню. Так, ну ладно, нам надо заканчивать, да? Сейчас посмотрим, что будет в следующей серии. Ключ к победе. И почитаем, наверное, будет текст еще. А я пойду спать до 12. Нет, до 12:30. Во сколько мы собираемся? Без 20, без 15, наверное, мне надо вставать тогда. Час. Иллюстратор Сэйчиро Ивасаки.
подсознание Митры. Воспоминания, которые у меня есть, кажутся такими далекими, как будто они ничто иное, как сны. Я никогда не вернусь к жизни, которая у меня когда-либо была. Когда-то была. Резиденция Ашера. Ашера, ты только что съел овощи, которые Митра оставила на своей тарелке? Ты с ней слишком ленин, ты чё? Ее, да, ее захватил теперь истинный бог. Ленин, это что? В смысле, это же логично абсолютно, что Ашера ест овощи. У меня сейчас Google не работает. Ленин, это что значит? Google переводчик. Так. Да, да, слишком мягкий с ней. Да, таким образом мы никогда не заставим ее есть овощи. А, и все? Окей. А, Яша жив! Или это воспоминание? Да, ну это мы уже не увидим. Увидим завтра. Ну, а завтра мы добиваем, получается, игру. Сколько здесь еще глав, интересно, осталось? То есть у нас, скорее всего, главы 3 еще, да? И плюс у нас еще DLC с Акума осталось. Ну, DLC с Акума это, наверное, минут 10-15, не больше. Так, а потом можно будет арты посмотреть. Так. Ну ладно, все. Всем спасибо. Что значит completion rate 93%? Ну ладно, плевать. А, все, всем пока. Спасибо за стрим. Спасибо вам всем. Я засыпаю, честно, я засыпаю уже. Все, увидимся. Да, увидимся в час ночи.